Добрый день. Чуть-чуть сейчас подождем, пока к нам присоединятся люди. Вижу, что приходит оповещение всем. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Еще чуть-чуть подождем. А пока скажите, пожалуйста, хорошо ли меня слышно? Можно оставить комментарий, можно поставить сердечко сбоку. Это даст мне понять, все ли хорошо с технической частью нашего прямого эфира. Вижу сердечки. Будем считать, что слышно меня хорошо. Так, отлично. Пока к нам чуть-чуть присоединяются люди, я представлюсь. Меня зовут Настя, и я являюсь SMM-менеджером SkyTeach, то есть я веду наши социальные сети, я отвечаю на ваши комментарии. Все комментарии, которые вы писали в рамках нашего SkyND, тоже читала я, и это было безумно приятно, скажу честно, потому что это наш первый большой юбилей, и это так волнительно в приятном смысле, и было очень трепетно читать. Огромное количество комментариев наших преподавателей, внешних преподавателей, которые следят за нами долгое время, наших преподавателей, которые говорят о том, что вы преподаете с нами уже 25% времени существования компании, кто-то все 50% времени, и это очень значимо для нас, как для организации. И это говорит нам о том, что мы, наверное, на правильном пути, и мы просто рада, что мы можем развиваться вместе с нами. Хочется поздравить вас с тем, что вы все это время идете с нами рука об руку, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Мы это очень сильно ценим, безумно сильно, и хотим поблагодарить вас. И переходя к такой части, наверное, ради которой много кто присоединился сейчас к эфиру, присоединяется и будет пересматривать его, хочется сказать, что каждый человек, который поучаствовал в наших активностях, написал комментарий, отправил какой-то репост к себе на страницу. Важно, чтобы страница была открытой, обязательно проверьте это, у вас еще будет время. Хочется поблагодарить абсолютно всех и поблагодарить в том числе и некоторыми призами. Вот, поэтому не расстраивайтесь, если сейчас мы выясним то, что вы не выиграли тот или иной приз, потому что сейчас перечислим, что достанется каждому участнику наших активностей в любом случае. В первую очередь, это наши материалы от методистов Skyeng, SkyTeach. Соответственно, для людей, которые делали репост к себе, это сборник советов, как эффективно взаимодействовать с учениками. А для людей, которые оставляли комментарии, это как работать с проблемами поведения ученика. Это гайд, и, соответственно, если вы хотите получить это, вы можете получить вне зависимости от того, выиграете ли вы сейчас другие призы. Если вы смотрите нас ВКонтакте, то для этого нужно написать нам в личные сообщения, потому что от сообщества мы можем только отвечать, а не писать первыми. И, соответственно, мы вам вышлем ваши подарки в знак благодарности за то, что вы с нами. Также, что у нас сегодня в меню? Назовем это так. Помимо общих подарков от SkyTeach, от Skyeng, у нас также есть подарки от партнеров. Это подарок от Litres, это подборка книг, и мы уже упоминали о ней в посте. На подборку от Litres идет скидка 20% по промокоду, который также можно получить, написав нам. И также одну книгу можно выбрать бесплатно из этой подборки. Также у нас есть наш партнер Nano антивирус, и также там будет действовать лицензия по промокоду на 100 дней. Поэтому это все будет доступно каждому, можете нам смело писать. Если же вы нас смотрите в Телеграме, в Ютубе, в Инстаграме, то мы выйдем к вам, мы знаем, что вы там тоже оставляли комментарии, и напишем вам, если вы будете в числе выигравших. Итак, но что же у нас все-таки достанется тем, кому сегодня повезет чуточку больше? Во-первых, это дополнительные промокоды от Litres на уже нашу подборку, там будет скидка 25%. Также розыгрыш одного абонемента на месяц от Litres. И
розыгрыш трех антивирусов формата Pro от Nano Antivirus. Один будет на 1000 дней, второй на 500 дней и третий на 300 дней. Так что предлагаю потихонечку приступать непосредственно к розыгрышу. Соответственно, у нас помимо общих призов получается 19 призов. Каким образом сейчас мы это будем делать? Мы хотим, чтобы для вас это было максимально прозрачно. У нас есть, я покажу, большой список. Вас было много, 148 комментариев. И, соответственно, у нас есть прекрасный рандомайзер, на котором назначили циферки от 1 до 148 числки. И, соответственно, сейчас мы будем генерировать числа, и я буду оглашать победителей. Прошу прощения заранее, если я произнесу что-то неправильно, я буду очень стараться, но некоторые фамилии я вижу впервые, а некоторые никнеймы очень сильно сложно читаются, если вы смотрите, опять же таки, нас из Инстаграма, либо из Телеграма. ВКонтакте с этим гораздо проще. Поэтому приступаем. Итак, начнем с вами с розыгрыша 15 промокодов от Litres. Что ж, генерируем первое число. Это 89. 89 — это у нас комментатор из Телеграма английского языка. 89. Алена Ли 5. Выделяем Алену. Обязательно выйду к Алене в личных сообщениях завтра, в первой половине дня. Едем дальше. У нас идет уже второй человек. И это номер 23. Номер 23 — это комментатор из ВКонтакте наших мультипредметных социальных сетей. 23, 23. И это Игорь Кравченко, это наш преподаватель школы. Такого мы точно помним. Игорю тоже достается, соответственно, наш промокод от Litres. Итак, едем дальше. Наш третий промокод от Litres достается человеку под номером 70. Я чувствую себя, как будто бы я играю в лото. 70 — это комментатор из Телеграма нашего мультиканала для разных предметов. И это Райсат. Соответственно, тоже выйду завтра в первой половине дня. Едем дальше. Четвертый промокод под Litres отходит номеру 2. Номер 2 — это Елена Стегарь. Это комментатор из ВКонтакте английского языка. Прекрасно. Так, 4. Пятый промокод у нас достается номеру 113. Как хорошо, что я пронумеровала заранее, а не считаю это все сейчас. Номер 113. Это Ната Чимера. Это комментатор из Телеграма английского языка. Соответственно, тоже выходим утром. И следующий промокод, шестой, достается человеку по номеру 125. Это Ольга Воронкович. Это тоже женщина, которая оставила комментарий в Телеграме английского языка. Там было больше всего комментариев, поэтому сейчас может казаться, что наш рандомайзер работает как-то криво, но нет, 50% комментариев именно оттуда. Итак, сейчас у нас уже выбрано 6 владельцев промокодов. Выбираем 7-го. И он будет под номером 19. Это комментатор из ВКонтакте английского языка как раз-таки. И это Оксана Хонг. Оксана Хонг владеет 7-м промокодом от Litres. Пока вижу комментарий в онлайн-формате, скажу, мы еще только в процессе проведения розыгрыша, поэтому если вы слышите во время прямого эфира, либо после, когда вы будете смотреть записи, вы можете написать нам в личные сообщения, если вы услышали свое имя. У нас все по спискам, мы все проверим, никого не забудем. И мы вам вышлем все ваши призы.
если вы смотрите ВКонтакте, потому что к вам личные сообщения нам выйти гораздо тяжелее. Если вы смотрите в Телеграме, либо в Инстаграме, то мы выйдем к вам самостоятельно, потому что там это реализовать гораздо проще. Итак, сейчас мы разыгрываем 8-й промокод. Номер 89. И это комментатор снова... 89 у нас уже было. Переигрываем. 38. Номер 38. Это комментатор из Инстаграма наших мультисоциальных сетей. 38. Это Лидия Ар 65. Выйдем к Лидии Ар тоже самостоятельно. 9-й промокод улетает у нас к номеру 37. Далеко ходить рандомайзер не решился. И это Малискова Елена 2018. Тоже из Инстаграма мультисоциальных сетей. Ну что, 10-й промокод сейчас будет улетать комментатору под номером 11. И это комментатор из ВКонтакте. Это 11-11. У нас Анастасия Завьялова. Анастасия Завьялова тоже получает у нас, соответственно, промокод от Литрес. Едем к 11-му нашему победителю. Это номер 137. 137. Это комментатор тоже из Телеграма английского языка. И это Утеева Майра. Тоже выйдем к ней. 12-й победитель. Это номер 121. И это тоже телеграмма английского языка. Это Елена English 1974. Выйдем. Поздравляем. Выиграли что-нибудь или нет? У нас так или иначе каждый получает какой-то приз, напоминаю об этом. Соответственно, если вы хотите получить подборки, если вы хотите получить гайд от нас и так далее, либо промокод общий для Литреса, вы можете написать нам в личные сообщения. Даже если вы не выиграете сейчас что-то в рамках этого эфира, но вы проявляли активность под нашими постами, приуроченными к Skyeng Day, мы обязательно вам вышлем ваши заслуженные призы. Так, 13-й промокод достается номеру 50. Номер 50 — это комментатор из Инстаграма английского языка B2Do, никнейм. Соответственно, к B2Do мы тоже выйдем завтра в первой половине дня. Это был 13-й наш промокод. 14-й промокод достается комментатору под номером 31. Это комментатор из Инстаграма мультисоциальных сетей, Анна 15156. Анна, к вам мы тоже выйдем, если вы нас смотрите, мы рады. Итак, последний, 15-й промокод от Litres достается 77. Это проверка на отсутствие фальсификации. Номер 77 — это комментатор из Телеграма мультисоциальных сетей, и это Елена. К Елене мы тоже выйдем завтра в первой половине дня. На этом закончились промокоды от Litres дополнительные, но, напоминаю, это были промокоды на нашу подборку Skyeng SkyTeach. Подборка от самого Litres доступна для всех, и промокод на нее доступен для всех, кто участвовал в наших активностях, не только на этих 15 людей, которые выиграли сейчас. Ну что ж, едем дальше. Сейчас мы будем разыгрывать с вами один абонемент на месяц от Litres. Вот это вот такой куш, назовем это так. Это, да, завидный промокод. Импровизированная барабанная дробь. Генерируем. 147.
И кто у нас под номером 147? Это точный комментатор из Телеграма английского языка. Это Юлия из Телеграма английского языка. И к Юлии мы выйдем тоже завтра. Поздравляем! Можно много очень почитать, а это всегда приятно. Итак, ну а теперь мы переходим к нашему другому партнеру и к розыгрышу его призов. Это антивирус Nano. И сейчас напоминаю сначала, что у каждого, кто участвовал в активностях, есть доступ к антивирусу обычной версии. И также мы сейчас будем разыгрывать три антивируса формата Pro на 1000, на 500 и на 300 дней. Начнем с 300 дней, по нарастающей будет. И достается комментатору под номеру 111, и это тоже из Телеграма английского языка, Елена Фуксова. Елена, 300 дней антивируса ваши. Так, я подписываю. Едем дальше. Разыгрываем антивирус на 500 дней. И это номер 128. И это снова Телеграм английского языка. И пользователь Дашима Жимбеева. Поздравляем. Это почти полтора... Нет, чуть меньше, чем полтора года. 500. Хорошо. Итак, сейчас мы разыгрываем последний наш приз, но не по значимости. И, соответственно, это 1000 дней по тарифу Pro на антивирус Nano. Итак, генерируем. И 122. Подтверждаем. Сейчас посмотрим, нету ли у нас наслоений. В аккурат был 121, 122 не было. И это Дарья Адалия. Тоже из Телеграма. Итак, на этом, наверное, основной розыгрыш закончен. Хочется сказать большое спасибо за то, что вы участвовали в наших активностях, за то, что вы в целом остаетесь с нами на протяжении долгого времени в разных ролях. Кто-то преподает у нас, кто-то регулярно читает нас, дает нам обратную связь. Даже кто-то дает негативную обратную связь, но это тоже очень важно, потому что таким образом мы понимаем наши точки роста, и это для нас безумно значимо. Спасибо большое. Мы очень рады, что эти 10 лет вы есть у нас. И если вы хотите вступить в нашу дружную команду, то мы рады сообщить, что сейчас у нас идет набор преподавателей на направление премиум в рамках английского языка. Также мы очень рады видеть опытных преподавателей английского, которые работают с детками. Еще мы очень рады, для тех, кто нас смотрит в мультисоциальных сетях, мы очень рады видеть математиков, опытных математиков, которые готовят ребят к ЕГЭ, к ОГЭ и так далее. Поэтому, если вы хотите присоединиться к нашей команде и развиваться дальше с нами, потому что где 10, там и 20, так сказать, то мы будем очень рады, если вы придете к нам. Мы оставим ссылку, по которой вы сможете узнать подробности в комментариях. И до новых встреч! Спасибо большое вам! Всем хорошего вечера!